Приморский краевой онкологический диспансер подготовил и провел необычное новогоднее мероприятие. В красиво декорированном холле в течение 2 дней проходила фотосессия под названием «Чудеса случаются». Ее участники – бывшие пациенты онкоцентра, проходившие здесь лечение и вернувшиеся к обычной жизни. Как отметила одна из моделей проекта, «Нам важно показать, что мы не какие-то страшные и умирающие люди, а по-прежнему веселые, красивые, позитивные. И показать остальным пациентам, что с диагнозом онкология можно жить, бороться и ощущать все прелести жизни». В канун наступающего Нового года мы проводим акцию, которая называется «Чудеса случаются». И мы хотели этой акцией в первую очередь подчеркнуть, что не надо ставить крест на том онкологическом заболевании, что у нас масса пациентов, масса наших граждан, которые благополучно прошли все этапы лечения, выздоровели, поправились, живут полноценной жизнью, радуются и хотят своим примером показать и поддержать тех людей, которые нуждаются сегодня в психологической поддержке, которые получают разные тяжелые схемы лечения. Подготовка к съемке по всем правилам. Визажист, стилист, профессиональный фотограф. Мария пришла на проект в качестве стилиста и сначала не планировала делиться своей историей. Несколько лет назад в ее жизни тоже прозвучал страшный диагноз. Но когда поняла, что люди хотят видеть вдохновляющие примеры из лечения, решила поддержать. Я поддерживаю даже уже тем, что мы можем говорить с этими людьми об одном и том же. И они видят мой пример. И этот пример, я вижу, как загораются их глаза, как они улыбаются, и они понимают, что действительно все может быть. Они понимают, что здесь это все не закончится, что у них есть шанс, у них есть возможность жить дальше и загадывать свои какие-то цели, загадывать мечты. Все модели получат красивые фотографии в подарок в электронном и печатном формате. А по итогам фотосессии в онкодиспансере будет организована фотовыставка. Михаил Волков обещает, что такие мероприятия станут здесь доброй традицией. Люди должны знать, чудеса случаются, а врачи онкодиспансера сделают все возможное, чтобы пациенты выздоравливали и возвращались к обычной жизни. Ирина Шилина, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.